Подчас мы не догадываемся, какие торжественные минуты наступают в жизни наших соседей. Обычный дом, обычная квартира. Ее хозяйка Нина Васильевна Карасикова, кажется, и не ждала гостей, но тем радостнее встреча. Особенно в день своего 85-летия. Мы вам желаем прежде всего крепкого-крепкого здоровья, уюта в доме, счастья и долгих-долгих лет жизни. И чтобы как можно дольше вы были активны на нашей родной подмосковной земле, в нашем родном городском округе Мытищи. Большое спасибо. Для начальника управления по социальной политике Натальи Валерьевны Тер-Григорян это отнюдь не формальная миссия. Все наши юбиляры, как наш золотой фонд, находятся не просто под опекой, но и в самых теплых личных отношениях. Это, смотрите, поздравления с Днем бабушек и дедушек, который у нас будет отмечаться в понедельник. А мы знаем, что у вас есть внуки и что вы уже воспитываете подрастающее поколение. Поэтому вот здесь вот искренние слова благодарности за воспитание наших замечательных детей. Нина Яковлевна Кротова тоже гордится своими внуками. С ними у нее немало общих интересов. О себе говорит кратко. У меня дочка и двое внуков, которые все работают в Мытищах. Это у нас в основном все мытищинцы. В основном я, конечно, увлекалась вот и книгами, и мне очень нравилось это самое посещение музеев. Жизнь была наполнена разнообразными и интересными событиями, как у всех, считает Инна Яковлевна. Да и сегодня некогда скучать. Здравствуйте, дорогая Инна Яковлевна. Поздравляю вас с замечательным юбилеем. Мы приехали вместе с нашими замечательными ребятами. По поручению главы поздравить вас с таким замечательным праздником. Тем более, этот праздник у вас в преддверии еще одного замечательного праздника – Дня бабушки и дедушек. А мы знаем, что вы воспитываете еще двоих внуков, поэтому у вас большая семья. И мы хотим вручить вам поздравления от имени губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева, поздравления от нашего главы городского округа Виктора Сергеевича Азарова. Павлопосадский платок – лучший подарок в любом возрасте. В такие минуты все молодеют. «Мои года, мое богатство» поется в известной песне, но надо бы добавить «и моих друзей тоже». Сергей Берзин, Олег Степанов, информационная программа «День».